Эрдогане ситуация улучшаться не будет, она может ухудшаться, может не ухудшаться. Некоторое снижение напряженности, по крайней мере, наблюдается. По крайней мере, мы не ожидаем эскалации напряженности, мы ожидаем, что вот ситуация сохранится на сегодняшнем уровне. Но, к сожалению, эта политика, она очень сильно меняет позицию Турции в мире и позицию Эрдогана внутри Турции, потому что в мире Турция находилась в конфликте с Западом и в партнерстве с нами. Эрдоган, судя по всему, решил, что если он поссорится с нами, то он будет в партнерстве и в дружбе с Западом. Но в результате его сейчас используют. И при этом одновременно ему вредят, скажем, все этнические меньшинства, почти все этнические меньшинства Турции получают, начали получать серьезную помощь от США, недалеко не только курды. И Турция сделала первый шаг к тому, чтобы превратиться в Ливию. Так что и у Эрдогана плохие перспективы, и у Турции плохие перспективы.